честно так. Это бабка какая-то неправильная. Сейчас. Привет, вы на канале Санцаныч ТВ. И сегодня мы будем открывать коробку Гриди Грэнни. Да, у нас сегодня собачка вместо Саши будет открывать, да, Саш? Так, и что это у нас за игра? Это бешеная бабушка? У нее даже вылетели зубы. Такая вот коробка. Мы купили это в Toys R Us. За сколько мы не помним, да? Но где-то вот мы купили 4 игры. Вот таких вот. И это нам обошлось $100 вместе с налогом. Потому что здесь 13% налог на все идет, да, Саш? Так, в общем. Тут игра. Сколько там человек надо? 3 или можно 2? И вот тут вот такая вот бабушка, у которой все разлетается. Вот на картинке показывается. Сейчас мы будем открывать и будем смотреть. Так, где здесь открывашка? Что там внутри? Тут. О, я уже взял кукисы все. Так, бабулька. Бабулька, смотри. Вылазь, бабулька. Так, всякие картонки, вот какая-то штуковина. Пакетики у нас вот с бабушкой кричащей. Туловище, это верх, это низ, тут с разносиком. Вот тут вот есть такие вот всякие штучки. И где-то Саша говорил, зубы есть. И вот есть такая вот пластиночка, там где крутилочка. Крутить! Сейчас берем ножнички, чик-чик, и разрезаем. Чик-чик. Что тут с бабушкой? Будем бабушку смотреть, что она делает. Что она делает, бабулька? Бабулька. Так, вот первое, это с кресла, да? Она на кресле сидит. Там она как-то так интересно шевелится. Вот тут фишечки всякие. Так, и вот эту бабушку тоже вверх я разрезала уже. Вот. Что у нас тут по инструкции? О, Саша уже собрал. Опа, такое кресло. И бабушка глаза так закрывает. Оп. Так, а надо разобраться, как же в нее играть. Как же играть? А тут вот что-то рассказывается даже. Надо вставить зубы, Саш. И откинуть ее назад. Надо вставить зубы. Саша уже собрал вставить зубы. Саша вставляет. Потом надо откинуть кресло назад, поставить, положить в разносе а всякие печеньки. Вставляются зубы? А, Саша не вставил зубы. Так вот же вставил. Они, наверное, просто вот так вот. Наверное, вот так она спит. Давай, открывай рот. Опс. Вот, спит. Видишь? Вот такая у нас бабка. Спит сюда вот эти вот штуки ее, кренделя. Кукисы разные. Хорошо. А, это, наверное, каждый по очереди нажимает, да? Да. Вот тут вот ребенки, детки, нажимают пальчиком по очереди. И получается, кто выиграл? Кто выиграл? У кого взорвалась она или как? Не, я думаю, что... У кого больше кукисов. Кто расхватает себе больше кукисов? Ой, что она все падает. Окей, тогда не все лазят. Не, а может вот так вот надо? Оп, один на один, как-то компактненько. Да, они все падают, они огромные, эти кукисы. Эти печеньки. Так, хорошо. И вот бабушка сидит, да? Вот у нас есть такая вот штука. Давай, крути первый. Так, иначе что ты накрутил? 3 кукиса. Нет, это 3 раза щелкнуть. И если у нас... И кто выигрывает? 1, 2, 3. Хорошо, 3 раза. Нет, куда ты трогаешь? Так, теперь я кручу. Ой, крутилка, по-моему, не работает. Так. И сколько мне тут? Нисколько. Один раз. Окей. Один раз я
Щелкаю. Все, теперь ты крутишь. Только надо теперь разобраться, кто выиграл. Выиграл тот, у кого взорвалось? Не. Ну вот на два. Два. Раз, два. Наверное, проиграл тот, кто взорвалось, да? Угу. Это, наверное, как вот эта игра Дженга Бум, да? Угу. Так, сколько? Один. Один. Я боюсь, бабка. Я проиграла! Вот она! Зубы седавкали. Вылетели в кукисы зубы. Такая прикольная, да? Да. Слышишь, баба, ты прикольная. Так, еще. Это второй тур уже у нас будет? Да. То есть ты проиграла. Ага. One point for me. Ага. Подожди. А, ну давай. Три. Раз, два, три. Какие-то... Сюда. Так, сейчас я буду. Ну, Саш. Так, и у меня вот это вот. Один. Один. Я хотела пошутить. Ладно, не считается. Я хотела пошутить. В общем. Так, давай, ладно, не считается. Потому что ты ж не нажимал, да, еще не. Давай, бабушка. Ну ладно. Саша, два. На очередь. Два? Два. Так, я один. У меня проигралось. У меня уже минус одно очко. Так, два у раза. У тебя одно очко. То есть на один. Раз, один. Два. Один, так. Один. Очень-очень, кстати, сейчас. Три. Три. Так, Саша проигрывает. Раз, два, три. Нет! Нет! Три! Все, точно проиграла. Так, я уже два раза проиграла, Саша. То есть, а что это нечестно так. Нечестная игра. Она честна. Честно? Плюс это только игра. Понятно, но она нечестная, потому что я постоянно проигрываю, я не могу понять. Сколько? Ты считаешь сколько раз? На котором? Я хочу зубы оправить. Почему оно всегда на мне взрывается? Угу. Выплевывает зубы свои. Так, все, мы третий раз играем? Да. Третий раз, третий раз. Так, ну хорошо, давайте. Ой. Печенька. Хоть не три, фух, два. Так, все равно сейчас два. Первому не страшно. Это мне страшно уже. Так, сколько? Три, что ли? Да. О май гад. Да. Раз, два, три. Ай, пять! 3-0! Это бабка какая-то неправильная. Саша, так нечестно. Это неправильная. Это неправильная плюс бабка. Плюс это только игра. Бабулька. Неправильная бабулька. Так, ну понятно. Все, я проиграла. 3-0, это вообще. У вас 3 пузика есть. Пузика маленькая. Но она такая худенькая бабушка, да? В общем, есть вот такие вот всякие печеньки, и такие, и кренделечки, и Саша там уже красненькие положил. Вот такие интересные поиграться. Очень необычная такая игра, да, Саша? Mm-hmm. Ну что, всем пока. Ставьте лайки. И Еще раунд. Так все равно я проиграла уже в любом случае. Даже чтобы была ничья. Чтобы была ничья, надо как минимум еще 3 раунда. Так, один.
Нет, три. Три? Ну давай три. Раз, два, три. Так. И сколько у меня? Вот это фея. Один. У меня один. Два. Один. Два. Раз. Два. Ну все, капец. Это капец. Три. Три. Все. Давай. Давай. Ну давай, еще будет взрыв. Раз. Я сама. Два. Три. Та-да-да-та-да-та-да-та. Та-ра-та-та. Нет. Что? Что значит вот это? Я не иду. Я не иду. У меня попалось. Ты не идешь. На. Один. Yes. Ставьте лайки. Лайки ставьте и подписывайтесь на канал Бабушка ТВ. Бабушка Сан Саныч ТВ. Так, все, не надо нападать. Все, собака. Всем пока. До скорых встреч. Тяв-тяв-тяв-тяв-тяв-тяв-тяв. До скорых встреч, друзья. Всем пока. Пока-пока.